Третья ошибка – это создание дублирующего контента на канале. Что это значит? Допустим, вы можете делать какие-то ролики, например, там, да, как надуть шарик, условно. А второй ролик пишите, надуваем шарик правильно. А третий ролик пишем там, допустим, как правильно надуть шарик. И вот такие ролики, не несущие смысловой нагрузки. Там во всех трех роликах вы просто надуваете шарик, но этот шарик там, допустим, здесь он красный, здесь синий, а здесь зеленый. Вот очень часто YouTube тоже это все быстренько распознает и будет вам галочка.